Вот этот ролик на несколько дней буквально взорвал информационное поле России. Для оркестра юных бандуристов написали песню боевых укропов. Его показали фактически во всех итоговых выпусках новостей. Беги, сепаратист, пока не поздно, прячься, москаль, пока живу. И очевидно, что в огромной стране от Владивостока до Калининграда других проблем попросту не осталось. Какая она? Патриотическая песня Украины. Впрочем, рассказать о якобы потерянном поколении в Украине кремлевская пропаганда любила всегда. Здесь же в Прикарпатье заработал первый в стране детский боевой батальон. Наши дети на российских каналах уже давно превратились в настоящих монстров. Дети и сами уже готовы взять в руки оружие. Блокпост на въезде в село Варваровка Донецкой области. В своем фирменном стиле кремлевская пропаганда легким движением руки приравняла украинских детей к Гитлер-Югенд. Школьники маршируют в летнем оздоровительном лагере. А сюжеты о них крутят под немецкие марши. Дети маршируют и выкрикивают националистические лозунги. Ну а чтобы домохозяйку из Воркуты не отпускало, да подольше, фейки приходится строчить направо и налево. Новый стандарт имеет отчетливую антироссийскую направленность. Вот и выходит, что украинская малышня то на фронт едет. Глава одного из сел решил вручать детям повестки в армию. То своих русскоязычных друзей расстреливать собирается. На Украине сейчас воспитывают тотально русофобов, знающих точно, кто их враг. Об украинских детях глазами российских каналов прямо сейчас в «Антизомби». Первый урок в школах города Львова был посвящен созданию украинской повстанческой армии. Такие сюжеты на федеральных каналах появляются не менее часто, чем свежеизготовленные и свежепридуманные медали на груди команданта Захарченко. Учат ненавидеть Россию, отрицать все русское, оскорблять соседей, зачеркнуть общее прошлое. Зрителям настойчиво вбивают в голову мысль, что с момента обретения независимости в Украине сознательно растили целое поколение монстров. 23 года, пока в России смеялись, украинцев учили. Тщательно, потому что Украина не Россия, и она панадусе. Интересно, а позорно сбежавший из страны вечно легитимный страусолюб Виктор, следуя этой логике? 23 года, пока в России смеялись, украинцев учили. Тщательно. Выходит, тоже участвовал в коварной бандеровской промывке мозгов детям. Те, що Росія сьогодні говорить, що Україна 23 роки виховувала дітей з гаслом «Україна панадусе», то в любій іншій країні скажуть нормально, тому що для француза дійсно Франція понад усе, для німця Німеччина. Но искать логику в откровенной пропаганде – дело неблагодарное. Здесь чуть ли не каждый день бьют рекорды в умении противоречить себе же. Украину готовят к тому, чтобы она воевала десятилетиями. По крайней мере, ненависть ко всему русскому сегодня целенаправленно воспитывают у детей. Вот якобы зомбированный коварными укропами мальчик выступает на одном из митингов. Что мы им сделали? Обратите внимание, на каком языке он говорит. Эти москали воюют, сейчас хотят на Украину нарваться. Но давайте послушаем, что же рассказывает нам корреспондент за кадром. Тысячи человек погибли только за то, что хотели говорить на своем родном языке. И это, похоже, только начало. Оказывается, вся проблема в страшной ненависти к русскому языку. На Украине сейчас воспитывают тотальных русофобов, знающих точно, кто их враг. И как еще вот этого юного оратора... Что? Прямо на сцене не скрутили, да в каталажку не кинули. А может, проблема все-таки не в языке? Хотя чего же ждать от каналов, где даже гимн украинские дети поют со львовским акцентом? В репортаже все дружно поют гимн Украины со львовским акцентом. Со львовским акцентом, ну вы поняли. Кремль не может до конца смириться с понятием, что есть Украина. Через це нав'язує нам оцей мукачівський сепаратизм, Юго-Восток, львівський акцент, екстремальний націоналізм, радикальний там правоцентризм, фашизм і оцей цей ізм, ізм, азм і все інше. І все це сходиться до слова маразм російський. А это уже совсем другая история. Оказывается, юных карателей в вышиванках Украина растила не просто так. И вроде бы нет ничего плохого в том, чтобы растить патриотов своей страны. Но новый стандарт имеет отчетливую антироссийскую направленность. А чтобы прямо из детского сада погнать на войну. Дети уже готовы воевать. Вон и повестки якобы уже раздали. Глава одного из сел решил вручать детям повестки в армию. Давайте послушаем, что там говорят сами мобилизованные дети. Небось, берцы 28-го размера нужны? Хочу поважать нашим солдатам.
Щоб вони не здавались, не покидала їх віра. С солдатом? Стоп, а как же война и где повестки? Глава одного из сел решил вручать детям повестки в армию. Но все тайное становится явным, если отыскать оригинальный сюжет одного из украинских каналов, из которого и сварганил очередной позорный фейк национальный канал пропаганды «Россия-24». Ныне маленькие бойцы отримали главное завдание – подняти патриотичный дух тех, кто ныне воюет за их будущее на Сходе. Оказывается, дети просто создали группу для поднятия боевого духа односельчан, уезжающих на фронт. Наши солдаты сильные, мужные, храбрые, и они готовы отдать свое жизнь за Украину. А вместо скальпов врагов, о которых соловьем поет российская пропаганда, все, что собирают дети, это деньги на покупку обмундирования для солдат, своих же отцов и старших братьев. Дружним військом вони крокують від хати до хати и собирают гроші для армии. У скарбничці уже 1500 гривень. Но давайте вспомним, о чем, отрезав нужные куски, рассказывали зрителям федеральные каналы. Судя по рассказам местного ТВ, дети уже готовы воевать. И можно лишь представить, какое мнение формируется у тех, кто регулярно потребляет подобный испеченный на фейках продукт, и сколько добровольцев, пылающих праведной ненавистью, поедут бороться с придуманным российской пропагандой фашизмом. Награється ось це, що навіть найменші, які ще там не усвідомлюють, які ще Пушкіна не читали, а вже хочуть вбивати. Тобто ось цей жах вони намагаються навязати. Впрочем, історія з повестками для дітей – это лишь вершина огромного айсберга. Прочитав модний роман, послушав на уроках про російсько-українську войну. Дети и сами уже готовы взять в руки оружие. Построенный детьми блокпост в Запорожской области федеральные каналы выдавали чуть ли не как стратегический объект. Блокпост на въезде в село Варваровка Донецкой области. Машину останавливает мальчик лет 13. И хотя все это только игра, и у малышей деревянные автоматы, а даже одиозный канал «Звезда» признает, что водители останавливаются здесь лишь чтобы подыграть детям. Послушайте, какие выводы делает кремлевский корреспондент. Дети, как один говорят, готовы за родину убивать. И каждый день, записывая ни в чем не повинных детей в убийцы, уже в следующих своих творениях можно и немецкие марши в качестве фона пускать. Дети маршируют и выкрикивают националистические лозунги. Все это в истории уже было. Германия, 1933 год. Парад молодежного движения «Гитлер-Югенд». Ведь что удивительного в том, что дети в стране, где идет война, в эту самую войну с деревянными автоматами и бронежилетами из досок играют. Но лишь в России из горя детей войны, которую сама же Россия и развязала, умудряются сделать очередную сенсацию. Правда, они вытягивают какие-то такие невеличкі истории, которые завжди есть в будь-якого народу, с приводу виховання взагалі детей, молоді. Це складне явище, але намагання Росії очорнити цей процес в Україні, що він є сукубо націоналістичним, антилюдяним і таке інше. Хоча цього не відбувається. Впрочем, двойные стандарты в этом кремлі. В Кремлевском театре лживые истерии зашкаливают. В ряды карателей набирают даже подростков. Вот так на федеральных каналах рассказывают о подростках, якобы бежавших из дому, чтобы защитить родину в рядах правого сектора. От желчи, выливаемой в таких сюжетах, кажется, экраны телевизоров окрасятся в желтый цвет. Формированный правым сектором добровольческий батальон принимают 15-летних мальчиков. К слову, их родители зачастую не в курсе. Но буквально тут же, в эфире этих же каналов, вспоминают о подвигах молодой гвардии в годы Второй мировой. Они молоды, решительны и непредсказуемо опасны для врагов и оккупантов, которые вторглись на их землю. И даже больше, показывают целые сериалы о юных героях-подпольщиках. Может сделать один русский мальчик против Германии. Не стоит тратить время. Любить родину и умереть за нее в 17 лет, как Сергей Тюленин, это, разумеется, героизм. Ребята не дожили всего 2 недели до освобождения Краснодона советскими войсками. Но стоит украинским подросткам отправиться защищать свою родину, как риторика федеральных каналов мгновенно меняется. Эта воспитательная работа имеет явно прицел в будущее. Власти нужны национал-патриоты, которые, не задумываясь, пойдут воевать. Видимо, быть патриотом своей страны – это страшное преступление. Ну, если ты, конечно, не юный патриот России. Кого я не найду, все винят Америку. А они правы. Это Обама. А пока дети в соседней стране рассуждают об укропах и об обаме, их мамы с радостью посмотрят новую сагу о съеденных снегирях или целом поколении идеальных убийц в Украине. Через 10,
15-20 лет они получили идеальных солдат, которые ненавидят Россию, там, так сказать, рассказывают про свою великую укропскую историю и так далее, готовы вот умереть за это. И глядя на все это, вспоминается старая поговорка, где громче всех «держи вора» кричит сам вор. Учат ненавидеть Россию, отрицать все русское, оскорблять соседей, зачеркнуть общее прошлое. Кстати, вы не знали? Дед Мороз, он русский. Уже пытаются отменить Новый год, чтобы не было Деда Мороза. То есть у нас Санта-Клаус и Святой Николай Николаевич, да, потому что русский Дед Мороз. Русский, понимаете? И не особо удивляйтесь, если в эфире какого-нибудь федерального канала он покажет еще и партийный билет «Единой России». Смотрите без перерыва на рекламу. Имена солдат, которых Россия так и не услышала. Неизвестной остается судьба троих человек. Таковы последние данные из Омска. Как во время трагедии в Омске федеральные каналы о правом секторе рассказывали. В эти минуты идет охота за боевиками правого сектора. И фронт вранья. Украинские военные отвечают на инициативу ДНР и ЛНР новыми обстрелами позиций ополченцев и гражданских объектов. Свежие фейки российских каналов с передовой. Этим вечером били не только по центру Донецка. В зоне поражения оказалось и 23-я больница. Это «Антизомби». Территория без пропаганды.